Привет, привет! С вами канал Виколь рукоделия Решила сегодня снять вот такое вот интересное видео на тему, как же просчитать размер круглой салфетки и скатерти, которую мы собираемся вязать. Как известно, на размер влияет узор. Узор, который непосредственно состоит из воздушных петель и столбиков с накидами. То ли это столбик с одним накидом, с двойным, с тройным, либо более накидами. Из-за этого у нас будет зависеть размер будущей скатерти или салфетки. А также немаловажно, на размер влияет плотность пряжи. Так, и номер крючка, которым мы вяжем наши изделия. Вот я подобрала три разных номера пряжи и также крючки под них. Ну давайте знаете как мы поступим. сейчас рассмотрим некоторые варианты. Салфеток и также скатерти. И расскажу вам по размерам. И также забыла сказать, очень влияет э, плотность, как вы вяжете. Кто-то вяжет размашисто, кто-то вяжет туго, а кто-то средний. И не туго, и не слабо. Это тоже очень влияет на размер. Так, предлагаю просмотреть первый вариант салфеточки. У меня вот есть схема. Сейчас я покажу э, фотографию, потому что салфеток в наличии нету. Вязала на заказ, заказчица получила. Вот ее схема. Смотрим сейчас фотографию и продолжаем дальше просчеты по размеру. Вот вы просмотрели фотографию. Там три салфеточки, они получились диаметром 22 сантиметра. Вязала я их, вязала вот пряжей макси или похожая по плотности на макси потому что я уже не помню так такой пряжей такая пряжа такой такая пряжа вяжется крючком один с половиной 175 миллиметров тут у меня циферки уже постирались но это именно эти крючки и вот такая пряжа либо это макси либо Ой, еще как она на этом называется. Я забыла. Есть тоже пряжа по такой же плотности. Так что в 100 граммах идет 595, по-моему, метров. Так. И вот схема по тем салфеточкам. Да, здесь идет 11 рядов. Вот если считать 11 рядов в одну сторону, 11 рядов еще сюда, вот и получилось в размере 22 сантиметра. Но пряжа у нас идет средней плотности, можно так сказать. И столбики идут вот у нас с двойными накидами и с тройными. По идее Размер должен был быть больше. Но когда его связала, он был немного больше. Но после стирки и накрахмаливания размер уселся и я его не растягивала, потому что у меня было по заказу связать в размере 22-23 сантиметра в диаметре. Можно было, конечно, после накрахмаливания немного а, подтянуть салфеточку справить более более и был бы размер где-то по 24 сантиметра вот так вот ну у меня была задача связать по 22 сантиметра, поэтому после накрахмаливания я сильно э, не растягивала столбики и вот э, как бы сказать, соответствовала по схеме 22 э, сантиметра и вот э, идет крючком я вязала 175 миллиметров я себе подписала чтобы не забыть но в принципе что если вот такую схему связать э, тоньше пряжей да вот у меня пряжа оливии осталась в моточке здесь крючок идет 1 миллиметр 1 и 3 так такая бы салфеточка получилась бы не 22 сантиметра а сантиметров 20 но ну, зависимости, кто как вяжет, туго, свободно, ну где-то сантиметров 20, ну а так это все индивидуально по руке. Так, это первый вариант, который я рассказала, следующий вариант. Идет вот такая салфеточка, я по нему тоже вязала мастер-класс, кстати, по первой салфетке тоже все есть на канале. Вторая салфеточка вот такая. И смотрите, сейчас я, она у меня есть с собой. Вот такая салфеточка. Так, отодвину, чтобы было лучше видно на темном-темном моем рабочей моей поверхности. Да, вот. Салфеточка получилась в размере 35 сантиметров. Вязала крючком 1,25 и тоненькой пряжей Оливия. И что самое интересное, по схеме идет здесь примерно 14-15 рядов. Да, я так это сама посчитала. 14-15 рядов. В принципе, если бы схема начиналась так, как здесь то было бы в диаметре сантиметров из тоненькой пряжи 28, вот так. Вот если бы оно само, начиналось так же само. Но, вы посмотрите, здесь по схеме идет вот такая большая воздушная э, цепочка, да, вот. И из-за этой цепочки, и плюс то, что у нас идет маленький... Э, Маленький номер крючка, тоненькая ниточка. У нас получилась такая салфетка в размере 35 сантиметров. Если мы возьмем ниточку... Один и крючок 1,75 миллиметров. У нас размер будет примерно 37-38 сантиметров, если взять пряжу бегонию, которая вяжется крючком 2 миллиметра да, два, два с половиной, что даже можно брать и три с половиной, вот рекомендация, да, то диаметр вообще получится примерно 40 сантиметров. Вот насколько влияет узор и номер крючка и ниточки на салфетку. Так, это мы просмотрели второй вариант вот такой салфеточки и также из тонкой пряжи, пока я рассказываю, показываю за тонкую пряжу. Вот такая большая салфетка, перо Павлина. Мастер-класс также есть. Вот такая вот красивая. Вязалась из тоненькой пряжи. Так, в этой салфетке, в этой салфетке тридцать четыре ряда 34 ряда 34 круга и если так по диаметру смотреть она должна была получиться из тонкой пряжи где-то 68 сантиметров но но ряды вот здесь вот есть с двойными накидами туда же есть больше накидом я не помню по мастер-классу я вязала тут то ли 4 накида, то ли 5. И оно у нас вот удлиненное идет по узору сверху вот у нас, да. И также снизу вот такие вот длинные цепочки. Да, вот. Покажу непосредственно на салфетке. Это тоже существенно меняет размер. Вот с краю было и также вот здесь вязались столбики. Да, вот так вот, и эта салфетка получилась в диаметре 73 сантиметра из тонкого хлопка, если взять среднюю пряжу крючком 1,5-1,75. Она а, получится где-то 76 сантиметров. Вот так вот, да, как в этом, в этом просчет идет примерный, если взять бегонию и вязать ее. Ее крючком 2 2 с половиной миллиметра то получится 80 хорошие 80 сантиметров так размеры размеры вот у меня когда заказывают на заказ я всегда Говорю плюс-минус 3 сантиметра, 3 ну, максимум 5. Поэтому, потому что по схеме, по нитке э, угадать сложно, особенно если есть вот такие вот начинания в центре, либо в самом узоре вот такие вот увеличения. Поэтому всегда рассчитывайте плюс-минус по размеру. Это бывает редко, что именно можно прикинуть диаметр, угадать с ниткой и выйти в точности на размер. Ну что, это я вам показала сейчас пример из тонкой пряжи и средней, которую я вязали. Также у меня есть изделия, которые я вязала из бегонии и размер там тоже конкретно не соответствует. Но салфеток у меня нету, схем я не печатала, поэтому предлагаю перебраться к ноутбуку и покажу вам уже на экране э, со своего сайта вот я уже за ноутбуком предлагаю рассмотреть вот эту вот салфеточку бежевую диаметр у нее 59 сантиметров и вязала я крючком номер два пряжа бегония вот такая красивая бежевая салфеточка получилась так по схеме сейчас откроем схему 27 рядов, но ну 27 ряд тут идет обвязочка, в принципе на размер он не влияет, да, можно прикинуть 26 рядов 26 плюс 26 в другую получается что если бы вязала салфеточку крючком 1 и 1 и 3 миллиметра было бы примерно вот 50 сантиметров плюс минус 2 с учетом того что я вязала Номером 2, вместо 50-52 сантиметров, получилось 59. Плюс, еще видите узор, вот такой вот с подъемами идет, вот такие вот арочки немаленькие, и из-за этого получился размер 59 сантиметров, плюс пряжа плотнее, крючок побольше. И хочу сказать, я когда вяжу чуть-чуть плотнее пряжа, и поэтому получается не так свободно вяжется само изделие, как из тонкой. И также вот эту салфеточку вам покажу. Вот такая вот получилась в диаметре 50 сантиметров. 50 сантиметров. Так, крючком вязала номером 2. И что у нас по схеме? По схеме 19 рядов. В принципе, да, 19 плюс 19 должно было получиться 38 в диаметре. А у меня получилось 50 почему 50 потому что смотрите здесь идет в начале узора и столбики здесь или 4 или 5 накидов она ну сейчас раз два раз, два три 4 5 накидов столбики идут так это тоже вот немаловажно что идут вот такие высокие столбики Плюс тут идут арочки, и пряжа с крючком опять же сыграла свою роль. Э, вот так вот плюс минус регулируется по размеру. И также давайте посмотрим последнюю скатит, которую я вязала. Тут разница колоссальная идет по размеру. Вот такая скатит так. Ну... Немножко плохое качество передает съемка с экрана. Так, может, ниже есть. Вот даже фотографии я вблизи делала. Вот скатерть, вот такая красивая. Вязала я ее макси пряжа. Крючок 1.75. По схеме идет вот такая вот схема. 64 ряда без кругов. Вот этих, потому что клиентка не захотела. Мы завершили вот так вот. 64 ряда. И при пряже Макси крючком 1,75 у меня получился размер метр сорок, хотя должно было получиться метр двадцать Столбики здесь все идут с одним накидом. Вязала у меня ну не плотно и не сильно свободно. Ну вот видите, насколько отличается размер. Вот и я также на сайте, а нет, я вязала 1,5. Вот сама даже прописано на сайте. Вязала 1,5. 5, 5 мотков у меня ушло. 140 сантиметров. Также на сайте вот у меня табличка есть. Что если вязать таким номером крючка, получится примерно такой размер. Вот как я вязала 1,5. 1,5 или 1,75 вот я к этому как раз вот в, в этих промежутках взять, если бегонию размер будет еще больше поэтому вот в зависимости от того, какой размер вы хотите получить, вы подбираете также не только схему с узором, но и пряжу. Ну, в принципе, вот такой вот у меня обзор для вас получился. Я надеюсь, моя информация была для вас полезной, интересной. Вот такое вот видео захотелось мне для вас снять по поводу круглых салфеточек и скатертей, как они просчитываются не только по схеме, но и с учетом пряжи. Ну что, вам говорю большое спасибо за обзор. Подписывайтесь на канал Виколь Рукоделия. Скоро порадую вас новым мастер-классом. Просто болела, поэтому немножко задержка нету нового материала. Ну что, до новых встреч. Пока-пока. Подписываемся на Виколе Рукоделия. Обязательно ставим лайк. До новых встреч. Пока-пока.